Василий Строганов. Глава первая. Читает автор. Париж. Бульвар Сен-Жермен-де-Пре. Кафе де Флор. 18 июля 1967 года. Дамы, окружавшие Василия, были настолько привлекательны, что все окружающие смотрели на Василия как на баловня судьбы, родившегося под счастливой звездой. Никому и в голову не приходило, что две прекрасные дамы и молодой человек нашли друг друга не только под влиянием чувств, под властью которых находится все земное. Каждый из них нашел собеседников, единомышленников и интересных интерпретаторов явлений, происходящих в природе и обществе. Каждое событие им удавалось преобразовать в привлекательную форму, приспособленную для восприятия. В этом заключалось искусство взаимного осмысленного внимания. Василий Кириллович Строганов, 25 лет, полковник артиллерии Советской Армии в запасе и студент Сорбонны. Василий Кириллович был направлен сюда его непосредственным начальником, генералом армии Иваном Ивановичем Федюнинским. Быстрое продвижение по службе в результате эффективных действий во Вьетнаме, сыгравшими решающую роль в отражении бомбардировок американской авиации Ханоя. Беспрецедентное поведение Василия во время его пребывания в США, представившегося пилотом ВВС, лейтенантом Рональдом Лоуренсом, выступление Василия на антивоенном митинге в Вашингтоне, содействие, оказанное Василием руководству Центрального разведывательного управления в проведении нелегальных финансовых комбинаций на Нью-Йоркской фондовой бирже, позволившее ему лично заработать 200 тысяч долларов и беспрепятственно вернуться в СССР. Его вклад в разработку стратегической доктрины СССР в Юго-Восточном театре военных действий. Все это создало опасные условия для пребывания Василия у себя на родине. Больше всего ощущал и знал об опасности генерал Федюнинский. Василию удалось разоблачить полковника КГБ Калугина. Однако Калугину удалось уйти от ответственности под прикрытием пока неизвестного члена Политбюро ЦК КПСС. Над Василием нависла серьезная опасность. Опасность еще усугублялась тем, что стало известно в высших сферах Генерального штаба, что Василия по договоренности с Леонидом Брежневым генерал Федюнинский готовит на пост министра обороны. Василию помогала его проницательность и интуиция, а в опасности проявлялись его парапсихологические способности. Он догадывался о том, что думал его оппонент, и обладал способностью внушать ему нужные впечатления и мысли. Сорбонна явилась для Василия убежищем от внимания ЦРУ, интриганов и предателей из СССР. Его жена Ирина после их размолвки поступила в Сорбонну при содействии генерала Федюнинского. Во Вьетнаме Ирина была с Василием вместе. Ее активное участие во вьетнамской акции было высоко оценено руководством. Здесь, в Париже, с помощью принцессы Анны, Ирина восстановила прежние отношения со своим супругом. Отметим также, что почти все представленные персонажи нашего повествования отличались музыкальностью. Принцесса обладала удивительным даром. Она чувствовала каким-то невообразимым способом музыкальность окружающих, могла даже судить о их музыкальных вкусах. Василий прекрасно играл на скрипке и обладал приятным голосом. Ему бы позавидовал и Джо Дассен, и Адриано Челентано, и даже Тото Кутуньо. Впрочем, он с ними еще встретится здесь, в Париже. Ирина прекрасно играла на фортепиано. Они с Василием могли импровизировать бесконечно, перевоплощаясь из простых исполнителей в интерпретаторов и, следует заметить, творцов нового направления в музыке джазовых интерпретаторов классики.
нарушая многие табу профессионалов. Иногда они играли втроем, принцесса с Ириной в четыре руки и Василий на скрипке. Принцесса Анна 2 года назад случайно оказалась в одном купе с Василием в поезде, направлявшемся из морского порта Саутгемптон в Лондон. Василию по соображениям безопасности пришлось тогда возвращаться в СССР из Нью-Йорка теплоходом до британского морского порта Саутгемптон, и после оформления необходимых документов в советском посольстве в Лондоне самолетом в Москву. Принцесса была потрясена внешностью и обаянием Василия. Тогда ей было 15 лет. Она была в то время второй по порядку престола наследия в Великобритании. И основным предметом ее образования, как наследницы, была психология и умение определять характер личности. Она по внешности Василия определила его музыкальные и вокальные способности. Попросила его спеть несколько песен из репертуара Тота Кутунья. И когда услышала чарующий голос Василия, искренне пожалела, что она принцесса. Она пожалела о том, что ей, как члену королевской семьи, запрещено любить по выбору сердца, что во всех личных делах следует следовать политическим соображениям. И тогда у нее к Василию пробудилось материнское чувство. Захотелось его увидеть вновь и сделать для него что-нибудь такое, что принесет ему счастье. Она почему-то решила, что самым лучшим способом осчастливить Василия – это устроить его личное счастье с достойным спутником жизни. Она остановила свой выбор на кафе «De Flore» и несколько месяцев была его постоянным посетителем. В этом же кафе принцесса заметила удивительно прекрасную особу и подумала, что это чудесное творение природы достойно Василия. Это была Ирина. Она также искала Василия, чтобы положить конец их разлуке. Тот, кто был в Париже, знает, что знаменитое кафе на Сен-Жермен-де-Пре обладает удивительным свойством. Вы обязательно там встретите того, кого вы хотите встретить. Пусть не сразу, пусть через год, через 2, иногда через 10, а иногда через 50 лет. Если Василий окажется в Париже, он не сможет не посетить это знаменитое кафе. И Анна, и Ирина прекрасно понимали это. Каждый из нас иногда готов отдать все за то, чтобы услышать полюбившуюся мелодию или услышать пение любимого певца. Это случилось с принцессой Анной. Ее мечтой было вновь услышать пение Василия. И вот однажды Василий появился в кафе. А прекрасная незнакомка оказалась женой Василия, с которой они расстались, видимо, по каким-то серьезным причинам. Принцесса Анна использовала все свое дипломатическое очарование для того, чтобы Ирина и Василий больше не расставались. В процессе повествования мы подробнее опишем внешность каждого из представленных персон. Кроме перечисленных выше, в кафе за тем же столом сидел Рональд Лоренс и его супруга Мэри, оказавшиеся в Сорбоне не случайно, а при содействии того же Федюнинского. Старик любил сказки, а еще больше, когда сказки становились былью. Ему хотелось всегда быть добрым волшебником, хотя бы на старость лет. Рональд и Мэри Лоренс были супружеской парой американских пилотов, оказавшихся в плену в Северном Вьетнаме. Супруги были противниками войны и согласились на спектакль. Им было предложено перейти на постоянное жительство в Советский Союз, а их имена использовать советскими военнослужащими, изображающими американцев, помогающих северо-вьетнамской стороне в отражении бомбардировок Ханоя. Роли Лоуренсов в этом спектакле достались Василию и Ирине. У Лоренсов была одна просьба – сделать все возможное, чтобы не было жертв. Обошлось без жертв. Только не все прошло гладко. Василия похитили американцы. Ирину удалось перехватить и вернуть в СССР.
Василий внешне был похож на Рональда Лоренса, и кроме того, у Василия был талант актера с парапсихологическими способностями угадывать мысли и внушать то, что необходимо своему собеседнику. Благодаря этому Василия приняли за Лоренса и отнеслись к нему с пониманием, когда он отправился в Россию разыскивать свою супругу Мэри. Настоящим Лоренсом было трудно привыкнуть к неожиданным особенностям жизни в СССР. И после прибытия Василия из Америки генерал Федюнинский предложил им не сразу ехать в США, а спустя некоторое время. Из специального фонда им выделили 150 тысяч долларов и предложили поступить учиться в Сорбонну. К приезду Василия они уже проучились в Сорбонне целый год. Сегодня хозяин кафе «Мосье Жером Потье» передал им просьбу присутствующих исполнить джазовую композицию на тему «Вишневый и яблочный сад». Кое-кто, наверное, помнит эту популярную песню середины 50-х годов прошлого века. Во Франции существует давняя традиция популярности. Если появляется популярная песня, то популярность ее длится довольно долго, по меньшей мере в течение поколения, минимум 15 лет. Иногда срок популярности продолжается в течение нескольких поколений. Джазовая композиция была исполнена с большим успехом. Прохожие, привлеченные необыкновенным новым звучанием популярной мелодии, останавливались, заходили в кафе и, заказав коктейль, продолжали слушать, забывая о своих неотложных делах. Василий был готов продолжать играть, однако почувствовал по звукам рояля, что дамы устали. Поэтому, перейдя на октаву выше, дал им понять, что пора заканчивать. Они с энтузиазмом ответили радостным каскадом финальных аккордов и закончили исполнение. Вновь сели за стол и заговорили о политике. Для стабильности в мире должны существовать две системы, представляющие собой разные способы организации общественных взаимоотношений, сказал Василий. Эти системы должны иметь примерно равный промышленный и научный потенциал, примерно одинаковый уровень жизни, примерно равную численность населения, добавила Ирина. Василий прав, продолжала принцесса Анна. Из-за того, что это не было учтено в прошлом, во времена королевы Виктории и премьер-министра Дизраэли, Великобритания утратила свое могущество. Ошибка Великобритании в том, что она не признавала Россию великой державой. А в России после разгрома Наполеона перестали думать об укреплении армии, что привело к ослаблению России, утрате авторитета и к революции, выразил свое мнение Лоуренс. «Пора расходиться», — сказала принцесса. Такие вечера на Сен-Жермен-де-Пре проходили почти каждый день, и все с легкостью и явным удовольствием подчинялись принцессе, представляя таким образом двор ее высочества. «Завтра в 10 утра встречаемся в автоклубе», — напомнила, прощаясь, принцесса Анна. Автоклубом всех заразил Рональд. Военный пилот высшего класса, он уже не летал свыше 2 лет. Идти в аэроклуб не хотелось. Все, что отличалось от самолетов ВВС США, ему казалось несерьезным. Другое дело автоклуб. Управлять автомобилем сложнее, чем самолетом. При управлении самолетом важны только взлет и посадка. Все остальное просто. И в основном управляется автопилотом. Во время боя, правда, приходится чуть маневрировать, да только в небольших пределах. На малой высоте интересно, захватывает дух. Но кто разрешит здесь, в Париже, летать на малой высоте? Разве что генерал де Голь. К нему не пробьешься. Василий после приобретения автомобиля Citroën подумал, что ему не помешают некоторые дополнительные навыки вождения, особенно в экстремальных условиях. С первых дней Василий стал экспериментировать и открыл один интересный трюк.
Предупреждаю читателей, ни в коем случае не пробуйте этот трюк повторить. Этот трюк очень опасный. Не каждый тип автомобиля его выдержит. Необходима быстрая реакция, повышенная вестибулярная чувствительность, смелость и пространственное ощущение распределения веса автомобиля. Однажды, развив приличную скорость, Василий резко повернул вправо. Автомобиль склонился влево так, что поднялись правые колеса. Поддерживая баланс с помощью рулевого управления, Василий продолжал ехать некоторое время, как на велосипеде. Благодаря дифференциалу поднявшееся колесо вращалось свободно, а находившееся в соприкосновении с дорогой не обеспечивало поступательного движения. Василий посетил мастерскую и попросил сделать ему отдельный автономный тормоз на правое ведущее колесо. После этой модернизации Василий ездил по клубному треку как на велосипеде, к всеобщему удивлению окружающих. На вопросы любопытных Василий предупреждал, что это очень опасно и нужно некоторое изменение в конструкции автомобиля, некоторая модернизация. Однако отчаянные автолюбители-гонщики в жажде острых ощущений ничего не хотели слушать. Несколько автомобилей были разбиты вдребезги. Несколько человек получили травмы, слава богу, не сильные. Один стал заикаться. Принцесса Анна послала его к знаменитому доктору. Доктор определил временную контузию, которая явилась следствием не столь физического потрясения, сколько эмоционального от утраты чувства собственного достоинства. Это случается с экс-чемпионами. Когда Ирина и Василий подходили к своему дому, из стоявшего рядом с подъездом автомобиля вышел человек, поздоровался, передал увесистый пакет и сказал немедленно связаться с Юнинским. Это был консул Лаврентий Федорович Козлов из советского посольства в Лондоне. Консул распрощался, сел в машину и уехал. Поднявшись к себе, Ирина и Василий обнаружили знакомый по Вьетнаму аппарат, работающий по принципу поверхностной акустической волны. Сигнал излучается всей поверхностью в диапазоне сверхвысоких частот. Для приема необходимо иметь как бы зеркальное отображение прибора такой же конфигурации. Сигнал передается через спутник, а в эфире имеет настолько широкий спектр, что не выходит за пределы шумов. Имея опыт в обращении с подобным прибором, Ирина передала Федюнинскому приветственное сообщение, наполненное благодарностью. Через 5 минут пришел ответ.